Всем привет, ребята, с вами вновь Давуд, мы продолжаем играть. Как вы видите, 15 минут всего записалось, хотя играл я гораздо дольше, но я думаю, что они касцены не считают. Это прохождение я не пытаюсь получить S, естественно, даже A или B, там C-шка неплохо было бы, я сохраняться буду часто, буду просто играть ради сюжета, я не буду полностью как бы трайхардить игру. Просто на релаксе поиграем. Ага, про ворота я забыл. Так. Статус у нас не очень хороший. Так, это тоже из демки, но что-то они поменяли. Точно. Багажник открыть нельзя, тут закрыто. Угу. Нужны те. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? Зубчики. Ну или как это по ней называется? На Г или как это я забыл? Чего, блядь? You mean the alley that's on fire? Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Не самые лучшие отношения у нас с Карлосом сейчас. Блять. У меня же нож был в руках. Сейчас нам нужно искать шланг. Окей. Так. Тут тоже какая-то хуйня, вон она. А там ничего нет предметов? Кривенькие двери, они меня настораживают. Коробочка. Ее надо исследовать. Рубинчик. Ладно. Так. Сохраняться на каждом прям шагу я не хочу. Так.
Так, тетя, зачем ты поднимаешься? А как-то там, по-моему, мне кто-то вдруг сказал, что если нажать, типа, после кувырка... кнопку прицеливания, то он... она резко так прицеливается хорошо. Слушайте, столько всего, куда идти? Сейчас еще Немезида вылезет, если как в демке, то будет полный пиздец. Тут был дробач. Мимо работника. А, короче, нам нужны кусачки. Ну да, это. Это разольчик. Или нет? Это антисептик какой-то там просто лежит. Так, что у нас? Забрём гранату давать. Тут винчестер, короче, дробовик. Отмычку надо найти. Сейчас Немезида вылезет и будет намного сложнее. Зачем на него тратиться, да? Или мы пришли отсюда? Я помню, я раньше играл на нормале все, да, и там как бы я просто бегал, убивал всех, не жалея ничего. Дверь закрой. Секундочку. Дробачевые патроны. Тут где-то антисептик, по-моему. Или он не здесь был? Девять, три, семь. Слушайте, прикол, знаете, в чем? 937 это код телефона моего города в Огайо. 937. Так что запомнить мне это очень легко. Мы здесь... А, вот.
А вот ее можно было как-то использовать. Вы понимаете, что можно было как-то использовать? Без того, чтобы... Когда ты поднимал, у тебя не было места, ты мог это использовать, я помню. Мне придется просто... Просто это использовать. Так. Там они кого-то кушают, нам туда не надо. Там оттуда мы пришли, здесь мы были. Да, здесь дробач. А там дверь закрыта. Там, по-моему, когда выходишь из той двери, как раз Немезида и вылезает. Давайте посмотрим, что тут наверху. Если кто-то сейчас выскочит, то я обоссусь просто. Я просто обоссусь. Ах ты, сука. Ой-ой-ой-ой-ой. Хуёвая ситуация у нас, ребята. Это был Бесос. Он не умер, Бесос. Амазоновский ублюдок. Нож, кстати, сейчас не проверяет, они мертвы или нет. Видели, да? Я рискнул. Какой-то охуительный тоник для волос от Umbrella. Может быть, мне какой-то сейф сделать, чтобы держать все вещи в безопасности. Никто не знает код. Это код, который был написан, короче говоря, в магазине. Мы знаем это из демо. Зачем я это сделал? Девять, три, семь. Девять. 3, 7. А, это прицел. Хорошо, прицельчик у нас. Такой Call of Duty-вский пистолетик получился. Тут, короче говоря, мы все открыли. Gunpowder. Там мы не все забрали во дворе. А что у нас тут? Меня не проведешь, мразь. Может, это мне надо было на Немезиду оставить, эти красненькие. Что-то мне подсказывает, что я зря это все использовал. Подождите, тут ганпаудер.
Так, и мы можем забрать красненькую травку. И зелененькой травки у нас нету, мы ее смешаем, которая в шкафчике у нас в сундуке. Патронов у нас достаточно. Где кусачки были? Кусачки, кусачки, кусачки. Перед тем, как Немезида придет, я просто хотел бы... собраться. Все, что тут есть. Откуда они пришли, блядь? Магазин пончиков, блядь. Блядь. Я так понял, та хуйня, можно стрелять в нее бесконечно просто. Оставим тут. Комбинируем. Сохранимся, давайте. Мы так сохраняемся по отдельности, все. Быстрый разворот, все как надо. Тут что-то я в донат-магазинчике не собрал. Тут простонал. Почему он горит красным? Ладно, потому что тут, блядь, вот это. Ах ты хуесос. Ах ты, блядь, сука, вот. Ой, сука, меня напугал, пидорас. Я самое главное слышал, кто-то там другой пыхтит, ухтит, но я не видел, кто это был. Так. Это вот этот петух в кепке. Это Тревор из GTA 5. Так, теперь...
Сам гана спереди них не становиться, потому что они могут тебя за ногу тяпнуть. Когда они тяпают за ногу, это хуёво и не необходимо, да? Мы все собрали. Отлично. Тут мы не были. Где эти кусачки саны, я забыл. Там уроды кушают кого-то, да? Иди нахуй. Часть меня хочет ее убить, но часть меня думает, что мне это нахуй не нужно, в принципе. Давайте пойдем обратно через это. Потому что... Потому что тут вот эти уроды. Рядом с электропроводом. Тут мертвый Джефф Безос. Смотрите, они убрали Немезиду из демки, чтобы, наверное, не спойлерить, хуй его знает. Тут такой по кругу можно будет бежать, такая специально сделанная хуйня, да, что типа уворачиваться от Немезиды и прочего говна можно было. В том конце мы еще не все посмотрели. Как же вы заебали выползать нахуй? Ну умри уже. Видели? 15 патронов, ёпта. Так, а что у нас тут? Тут у нас еще одна аллея. А, это другая аллея, о которой мы тоже были. Смотри, он ждет, пока я выйду из другой двери, да, пидорас? А, там нет двери. Он ждет, пока я буду пробегать, чтобы прыгнуть на меня. Я так тщательно все готовлюсь. А когда появится Немезида, я буду бежать как шлюха. Какой-то Пиноккио. А вот и кусачки.
Это нельзя, да, я так и думал. Давайте так сделаем. Сохранимся. Потом проверим, кто там внутри шумит на кухне. Пиздец. What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. There's your sense of self, doesn't it? Ой, Николай тут молодой. Этот чувак, кстати, из заставки, по-моему, в оригинале. Он гранатой сам себя взорвал. Иди нахуй, тюрьма. Амбрелла меня на него, на работу. Работу? Не знаю, как они уберут с моей истории смертный приговор, пожизненный приговор за убийство 20 гейнбенгеров, типа бандитов. Ну, мне похуй. Я возьму эту работу. Лучше, чем сидеть в тюрьме. Послали меня в тренировочный лагерь, где я впервые за 2 года выстрелил. Промахнулся. Как будто я все забыл. Ну ладно, похуй. Следите за мной, я улучшусь. Короче говоря, он лучше стал после ланча. Искусственная борьба там была. Битва. Тренировка. Николай какой-то лунатик. Он использовал меня как щит, чтобы получить дополнительные очки. Короче говоря, я вернулся в дело. Первая наша миссия в Ракун-Сити. Мне кажется, Джимми понравилось. Мой брат всегда был помогающим людям. Теперь это моя очередь, типа, помогать людям. И вот он помог людям. Короче говоря, что мы не совсем плохо себя чувствовали, нам показали историю этого персонажа, что он не самый лучший тоже чувак. А это что дальше будет? Дверь в никуда? Ну же, Николай, ты меня оставишь раненую женщину? Суицидная запись. Восточная Европа, Восточная, Ближний Восток, Восточная Африка. Я думал, что я знаю, что такое ад. Но эта работа, это должно было быть легко. Легкая зарплата. Все случилось сразу. 30 человек у нас было. С лучшим вооружением. И меньше, чем за 48 часов нас всех убили. Я был через достаточное количество дерьма, чтобы знать, что только ухудшится все. И это только начало. Может быть, я трус, но мне плевать. Единственный выход, который у меня остался. Он застрелился, он не должен превратиться в зомби. Секундочку, я пропустил там коробку. А, нет, нет, извиняюсь. Item box — это сундук.
Я знаю, я мучаю Джилл, она ранена. Но это от любви. Опа. Так. Здесь терять мне нечего. Ну, отлично, я оставил собак для себя там. Превосходно. Тут несколько зомби. Да не, это пиздец, ребята, я увернулся. Булшит. Блять, ну что мне делать? Блять. Чучело ебаное. Сейчас какая-то тварь вылезет нахуй. Так. Я там говорю, патронов у нас много, да? Смешно. Всем работникам выключаем электричество. Короче говоря, надо включить 4 хуйни. А потом... Опа, вот это как нельзя, кстати. Нам надо сделать патроны чуть-чуть хотя бы, ребята. Блять. Зря я это так сделал, по-идиотски. Да, надо было 3 штуки. Ну, нахрен с ним. Пока не сохранимся, давайте пока сделаем... Пазл.
если нам дадут. А давайте, знаете что, давайте сохранимся. Попытаемся сохраниться меньше 20 раз. Такой у меня цель такая. На изи, да? Мы играем ради истории. Первый проход на хардкоре ради истории. Хотя это не имеет смысла, да? Ради истории играют на нормале, но я такой дерзкий чувачок. Зеленые растения работают. Бабушка говорила, что против жуков помогает. Короче говоря, тут какие-то жучки будут. У нас только один локпик. О, кто-то смоляет там. Держите его в своем кейсе всегда, когда не пользуетесь. Принесите ключ к админу Кейт, если вы найдете ключ. Ладно. Короче говоря, локпик мы скоро найдем. Отмычка. У него в животе что-то. Это, по-моему, эти жучки. Точно. А тут будут большие жучки? По-моему, кто-то говорил, что жучков в этой игре нет. Паучков. Это что, отмычка, да? Отлично. А я думаю, как в Скайриме дадут, типа сам. Ой, блядь. Что за дендрит? Трифид. Так, сейчас со спины на нас нападут, нахуй. А нам некуда сувать. Так, не паникуем, не паникуем, не паникуем.
я не включил эту хуйню. Так, по-моему, их убивать лучше. Сколько там? 3 патрона, 4 патрона. Их лучше убивать. Дрейн Деймос. О, а тут автосохранение. Это очень сексуально. А как это нахуй не попал я в него? Петуха. Ну, чувак, так немножко нечестно, по-моему. Я надеюсь просто, что эта хуйня меня не задевает. Но я же нажимаю у ворот. Две еще штуки. Блять, ну иди нахуй. Пиздец.
Ой, блядь. Блядь. Ну это пиздец. Может, не надо их убивать, кстати. Давай, детка. Ой, блядь. Уф, мы сохранили патрончики. Сколько? Две штуки мы сделали. Они закончатся, мне интересно. Они, по-моему, бесконечные пока что. Я закончил это. Фух. Это было непросто. Хилок у нас нет. Ну,
Я думаю, сохранимся и пока что хватит. Всем спасибо. С вами был Давуд. Пока.